Исход. 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 Юрий Шерлинг. Исход. Единственное спасение, исповедовавшись в своих собственных грехах, тем или иным образом просить у Господа, чтобы Он дал тебе силы сопротивляться. Люди немилостивы. Мы превратились в стаю волков, которые рвут кусок мяса и готовы загрызть живого человека, только насытить свое чрево. И это правда. Выходя на аудиенцию со зрителем, будь то музыка или будь то любое выразительное средство, я обязан разговаривать с его самыми ранимыми и больными точками для того, чтобы дать ему возможность на искупление. Жели нет надежды на спасение.